Вишва-3, Елена Цапля, Дима, рапорт дам при следующем включении. Валентину, вблизи города Орла, прием. Ульяна-Анна-3, Елена, центр Дима, Ульяна-Анна-3, Леонид Борежок, Валентин, добрый день. 79+, слышу, Анатолий Ростов, прием. Анатолий Ростов. Отлично, Анатолий. Ну, я вас слышу, 5-8, пятерка-восьмерка. Не работает. Ну, не забывай, блядь. Ну, хороший, среднечастотный, абсолютно нет нареканий никаких, Анатолий, прием. Ага, понятно, старенький, 757-й, Ну все правильно, Валяш, какого хрена, надо отдыхать. Ты мне все скажи, какая выходная мощность у него и цена какая его на ты. Я тебе еще скажу до копейки. Выходная мощность до 40 ватт. Ну, 40 там нету, как бы, 38 с копеечками. Вот. Давай ниже тут где-то 20-19, давай. И хорошо все.